Тайхазан едет в Восточный Казахстан. Активисты этнокультурных объединений Павлодарского Прииртышья передали символ эстафеты добрых дел Ассамблеи народа Казахстана в соседний Семей. Потом чаша, это уменьшенная копия древней святыни Казахстана, оригинал которой хранится в Туркестане, поедет в Усть-Каменогорск и дальше возьмет путь в Алматинскую область. Торжественная церемония прошла в Доме дружбы и объединила представителей всех 23 этнокультурных объединений, а также 16 молодежных центров, работающих при АНК региона. Большое внимание они уделяют и патриотическому воспитанию юных граждан страны. В год 70-летия Победы объявлен масштабный проект. Тимуровские отряды посещают ветеранов, помогают с уборкой квартир, приносят продукты, лекарства, расчищают снег во дворах частных домов. В год Ассамблеи народа Казахстана священная чаша побывает во всех регионах нашей страны. Сегодня особенный день Павлодарской области. Думаю, что те добрые дела, которыми наполнена эта чаша, эта необычная, волшебная, я бы сказала, чаша, Тайказан, она принесет радость и большое такое счастье, я думаю, что для тех людей, которым были сделаны добрые дела.